И не менее хороший матч проводит и Вороговский на позиции правого защитника. Вновь Мане с мячом. Попытка обыграть Элика. Мане. Удар по воротам. И забивает все-таки Малик Мане. Сокращает преимущество Жаик. Здорово продрался сквозь оборону Кайрата в своем стиле. Малик Мане забил мяч ударом в дальний угол. Трибуны оживились. Малик Мане на этот очень сильный удар. Свой третий мяч Джейк забивает, то есть сенегальский футболист в этом сезоне. Сокращает преимущество Джейк, и очень жаркая и жаркая концовка матча нас ждет. Иркиван Нургалиев показывает своим партнерам по команде, что надо идти.